После того, как мы добавили необходимое расширение, можем переходить к работе с самим графом. Для этого возвращаемся в интерфейс системы Qlik, создаем новое приложение, назовем его DemoGraph. Открываем и переходим в раздел редактирования скрипта загрузки. Для того, чтобы работать с графом, нам необходим набор данных. И для целей проверки мы этот набор данных сгенерируем. Я использую уже готовый скрипт, который создает несколько таблиц и заполняет их данными. Основная таблица, содержащая транзакционные данные, состоит из следующего набора полей. Поле from – это идентификатор узла, из которого у нас осуществляется определенный поток. From name – это наименование данного узла. To – это идентификатор узла, куда у нас осуществляется поток данных. ToName – это его наименование, и value – это значение нашей транзакции. Та самая мера, которую мы будем отображать на графе и визуализировать ее. Дополнительно создается еще таблица, содержащая уникальные наименования наших узлов, для того, чтобы удобнее было работать и при выборе в фильтрах наименования узла у нас отображались соответствующие изменения на графе. Выбираем опцию Load Data. После того, как загрузка осуществилась, мы видим предупреждение о том, что у нас создается синтетический ключ, потому что две таблицы мы связываем по полям from to. В данном случае это допустимо. После загрузки данных переходим к визуализации. Создаем новый лист и идем в режим его редактирования. Переходим в раздел с расширениями и находим наше расширение с графом. Называется оно DataGraph. Перетаскиваем его в рабочую область. И приступаем к настройке. Здесь очень важен порядок, в котором мы добавляем наши объекты на диаграмму. Первый идет from добавить. Второй идет from name добавить. Дальше идет to добавить. Дальше идет to name. Добавить. В качестве показателя мы добавляем значение value и отображаем сумму этих значений. В правой части экрана мы видим перечень настроек для данного графа. Нас интересует в первую очередь раздел Data Settings. Нам необходимо указать поле, которая будет выбираться в случае, если мы кликаем по данному графу. Здесь мы указываем поле NodeName, и наш граф отображается на экране. Есть еще ряд дополнительных настроек, с помощью которых мы можем скорректировать его визуализацию. В частности, нас интересует опция отобразить значение на связях. Выбрав ее, отображаются значения и ширина самих связей. Она становится пропорциональной тем значениям, которые используются.
Выходим из режима редактирования. Наш граф готов. Он полностью функционален. В случае, если мы кликаем на какой-нибудь вершине, она у нас выбирается в соответствии с тем режимом, который задан.